Представляю вам уникальный отель в неповторимом стиле, с оригинальным декором и роскошной обстановкой в африканском стиле. Африка Жад Таласа 4 звезды. Отель расположен на берегу моря с широкой пляжной полосой, окружен прекрасным парком в туристической зоне Корба в 90 километров от аэропорта Энфида. Этот отель – это райский уголок на земле. Он незабываемый с первых минут, как вы зайдете в его холл. Помимо уникальности дизайна, владелец отеля лично следит за сервисом и обслуживанием, которое предоставляет обслуживающий персонал. Тут все на высшем уровне. В холле отеля вы можете видеть уникальные свисающие лианы с потолка. Отель буквально пропитан африканскими мотивами. В деталях интерьера все продумано до мелочей. Приглушенный свет, аромасвечи, резьба по камню, африканские маски и шкуры, удивительные небесные росписи на потолках. Это идеальное место для спокойного, комфортного релакс-отдыха с прохождением процедур в центре таласотерапии. Также мы рекомендуем его для уединенного, романтического, парного и семейного отдыха. Отель располагает к тому, чтобы вы забыли о всех заботах и тревогах. Здесь останавливается время, и жизнь наполняется новым смыслом. Интерьер настолько удивительный, настолько приятный и располагающий, что отсюда просто не хочется уезжать. Вашему отдыху никто не навязывается, никто не мешает. Все происходит приятно, плавно и само собой. Вам ни о чем не нужно заботиться. Персонал отеля вышкален идеально. Насколько все любезны и приятные, четко выполняют все свои обязанности. Для них работа в удовольствие. Особенностью отеля являются вот эти живые птички, которые расположены в холле около главного ресторана. Чтобы пройти к ресторану, вы проходите мимо их прекрасного щебетания и пения. Это очень умиротворяет. Работает отель по системе питания полупансион и полный пансион. Могу сразу отметить шикарное разнообразие блюд, вкуснейшую кухню и свежайшие продукты, которые используются в приготовлении еды. К вашим услугам два главных ресторана. Один из них на ваших экранах. Это идеально сервированные столы, прекрасная мебель и фантастическая атмосфера. Также есть лобби-бар, бар у бассейна, мавританское кафе, два ресторана а-ля карт и диско-бар. На пляже есть бар и ресторан для вашего удобства. В отеле 267 номеров. Все номера оформлены в спокойных, приятных тонах, декорированы деревянной мебелью, они большие по площади, оборудованы кондиционером, телефоном, спутниковым телевидением, сейфом, мини-баром, феном в ванной комнате, балкон или терраса есть, но не во всех номерах. Территория у отеля очень красивая, разделена на разные зоны отдыха и времяпровождения. Вот, например, такой внутренний дворик, в котором бассейн с прекрасными рыбами, где вы можете посидеть в кресло-качалке и просто наслаждаться звуками. На территории отеля есть один большой открытый бассейн, окружен рестораном, баром и лежаками, и один крытый бассейн с морской водой в таласоцентре. Есть салон красоты, прачечная, магазин сувениров. Для детей в отеле есть мини-клуб и детская площадка. Отель хоть и предназначен для спокойного отдыха, но в нем проводится дневная и вечерняя анимация,
дискотека для взрослых, аэробика, аквагимнастика, пляжный футбол и волейбол, стрельба из лука, настольный и большой теннис. Сейчас на ваших экранах шикарный амфитеатр, полностью стилизирован под африканские мотивы, где проводятся вечерние шоу-программы. По цветочной дорожке под высоченными пальмами мы пройдем к песочному, пологому, широкому, белоснежному пляжу. Зонтики и лежаки на пляже предоставляются бесплатно, полотенца под залог. Вы сами можете сейчас убедиться, насколько белый мелкий песок на этом пляже. Желаю вам приятного отдыха с компанией «Поехали с нами».